в лесу. Ну да, старые-то фонарики они выкидывают. А вороны вон. А наш хозяин, да, на следующий год сохранил, положил нам на полочку, чтобы, говорит, никуда не потеряли фонарик. Because we Christian people don't believe our religion. I said, don't worry what they believe or not. We put this, this is the only star. Mm-hmm. He said, people will think what happened to me. I said, don't worry. Nobody will think what как человек переживает за общественное мнение. Говорит, христиане же не верят в индийских, в индуистских богов. Поэтому, говорит, потом будут говорить, что с ним случилось, почему он повесил эту звезду. Слушай, говорит, это же всего лишь звезда, всего лишь бумажная звездочка. Хай, рождественская звездочка, а можно сказать и новогодняя. Ничего страшного. Тем более, ну, живут жильцы, кто знает, какой религии жильцы. Они и повесили, можно же так сказать. Вот же здесь они продаются, эти, это ж надо же, искала, да. Вот они. You have to ask, okay? How much? And find the longest. Еще одну на всякий случай купи мне. С самой длинной веревочкой. Идем в наш райончик бывший. Здрасте. Hello. Папа нету? А, вот. Вот, вот это вот я искала, эти инсталляции, которые они к Рождеству делают. Алло. Мы в Арканбаре. Просто соды выпить и подождать одну девушку. А, она уже приехала, эта девушка. Можно снимать? Хари Кришна. Хари Бол. Хари Бол, да, Оксаночка, привет. Хари Кришна. Привет. Хари Кришна. Пошли, попьем соды с дороги, да, успокоимся. Привет. Я не знаю, как моя шампанское, но меня укачало. Укачало в машине? Не, ну не то, что укачало, но хорошо так потрясло. Садитесь. Так. Сейчас хочу просто представить вас, да, зрителям, друзья. Если кто-то давно на канале, это вот наши Даша и Видья, а если кто-то давно на канале и смотрел видео, как мы с Сашей купили мне кровать в Путапарте. В Бангалоре привезли эту кровать, и как раз вот первый раз к нам пришла Оксана в гости, как раз тогда, когда эту кровать привозили, собирали. Она из Украины, из Ровно. Она приехала и привезла мне много килограмм гречки, много рыбов, да, как сейчас мемы говорят, много рыбов. Много гречки, по-моему, семечки, вот такую головку сыра. Я говорю, боже мой, вот только во Вселенную пошлешь запрос. Вселенная, гречки нужно. Так, когда-то, я помню, как раз тогда это... А девочка-то с малышом, как ее зовут, она? Аманда. Она жаловалась, у меня гречка закончилась. Ира, у вас нет гречки? Я говорю, у меня нету. И тут приезжает Оксана вот с таким просто мешком гречки. Вот. Скучали. Да, да. Угу. Вот. А сейчас тоже вот она приехала, была во Вриндаване. Всем привет, кто помнит эту серию. И теперь... Надолго. Будем стараться надолго. Угу. Ну и как вам? Когда вы последний раз были в Индии?
2019 году. Получается, в апреле месяце, 10 апреля я улетела в Украину. Ага. А потом на март месяц у меня был билет 2020 года весной, но нас закрыли. На вот март там. Был назад в Индию сюда, да? Да. И попали в локдаун на конец марта, да, видимо? Да, да, угу. Да. Там 13 числа как раз. А нас закрыли 16 или 12. Разочарования не было предела. Я 2 года, по сути, как птица в клетке. Мне это было очень неприятно. Меня как клаустрофобия, меня давило то, что все кругом закрыто, и нельзя никуда вообще вырваться, уехать. А вы какой раз в Индии? 5-й. Угу. А первый раз в каком году были? Ой, это было почти 13 лет назад. Угу. ВИЧ-порпос? По каким целям? Ой, гости. Гости Мумбай. What is your name, Татья? Мою? Оксана. Оксана? Better buy one lock. It's total lock, then. Лучше купите себе замок. У вас есть замок? Нет. Потому что все равно лучше свой замочек иметь. Better take your own lock. Okay. Better. It's more safe. Конечно, да, конечно. Of course. Саша сбегал уже, оббежал. Мы хотели Оксану поселить пока в Пия Гестхаус на пару дней, а потом что-то поискать. А сейчас он сбегал и говорит, такую хорошую комнату нашел. Всего... Да, здесь там 600 рупий стоит комната. Если останешься 10 дней, 6 тысяч. А он нашел комнату за 5. Ой! А вы танцевать умеете? Индийские Ой, танцы? Я как это, я как настроение, я все мама. Танцую. Мама, да, international devotees, they all know how to dance. А вы преданная Кришна, да? Да, у нас это есть. Он говорит, все преданные Кришны знают, как танцевать. Они же харинамы. Гопи. Проповедь. Гопи, да, раса лила. Здорово, классно, ну научите. Мы сейчас все... Что? Денежку достала. Мы вам поможем сейчас сюда тащить. А вам нужно просто купить эту наволочку, и будет у вас еще одна подушечка. Запихаете курточку в наволочку. Но это мой лайфхак. Вы знаете, как я это ехала в Индию? Это я сейчас расскажу. Я же еще купила одеяло у себя дома, теплое. Ага. Оно 2 на 20. Это вот там оно где-нибудь? Нет. У меня еще большой чемодан во Вриндаване. Ага. Во Вриндаване получается холодно. И мне нужен был пододеяльник. Это целый квест. Я купила ткань на Лой-базаре во Вриндаване. Потом мне пошил один тейлор. Потом это одеяло надо было запихнуть невпихуемое. Но вы умеете себя развлечь. Вот-вот. Мадам знает толк в развлечениях. Мама, вы что? Да-да, мы пойдем. Допивайте, ага, и мы пойдем. Или с собой возьмите. Просто потом стеклышко выбрасывать не особо. Ну тогда лучше допить, наверное, потом. Но сейчас он разрастается. Арканбар потихонечку, смотрите, 1, 2, 3, 4 стало, 5, 6, 7. Ну все, уже почти. Они его выстраивают, выстраивают, достраивают. Пошли. Спасибо. Так, все сумочки забрали? Да, да. Угу. Остальные так. Там. Ну, как вас Индия встретила? Как вы долетели? Вы знаете, как, шикарно. Какие самолеты? Какого числа? Да, приехала я в Дубай со своим тестом с Украины. Ага. Сделала страховку, все распечатала. Я знаю, Индия любит бумажки. Угу. Это все дело у меня на бумажках. Там целая папка. Приезжаю я, никто даже не смотрит на мою страховку, никому ничего не надо, ни моей вакцинации, ничего. Уникальная вещь. Ой, Оксана, будете тут готовить. Мама, пойдем, пойдем.
Идем. А то мы потом не найдем. Нет, потом мы не найдем точно. Hello, namaste. Hello. Shoes outside. No problem. Ее же будет квартирка, поэтому... Танцевать. Теперь по-индийски, теперь заново опять танцевать. Два окна, три окна. I open in dancing. This young woman. This is new for you, okay? Okay. Yeah, nice. Important, thank you. Important. Ничего себе, запись тысяч, такое возможно? Это супер. Это вам Кришна. Ну, хорошая душа, Лев. Отлично. Прекрасные полы. Купите только фумигатор и закрывайте с 6 до 7 вечера. Они говорят москита ауэр. Вот с 6 до 7 вечера закрываете. Вентилятор работает или вам не надо? Я вот не чувствую, чтобы жара была. Да. Все, работает. Ну, добро пожаловать. Это гораздо лучше, потому что то, что мы хотели в Пье Гисткаусе, они меньше в два раза комнаты. Теперь я вам должна... Оттанцуете. Танцами вернете. Наш Прабу тоже танцующий мальчик. Да, наш Прабу вообще. Как только музыка, все, он в танцах. Да, это классно. Слушайте, у вас и веранда. Да у вас и груша. О, май гад! А, еще есть комната. Еще одна комната есть. Вот, может быть, Даша с ними. Это хорошая, спокойная. Даша, Саша? Нет, Даша. Да, Даша с Таджикистана. Прекрасная женщина. Очень хорошая. Она очень хорошая, да. Угу. И тоже холодильничек. Отлично. И тоже два окна. О, даже три окна, смотри, кстати. Но мне кажется, ваша больше. Мне кажется, ваша лучше вам сразу. Какая вам нравится больше? Отлично. Да. Отлично. Поздравляю с Новосилием. Тут вам пальмы, тут вам... Отель. Ого. Поди, у них там бассейн есть. Где? Нет. Ну, где-то должен быть. Там вот парилка. А вот, да, это вот ресурс. Это стоянка для автомобилей, и вот там уже океан, вот уже прямо. Во всяком случае, шум вы будете слышать, океана, наверное, чуть-чуть, если так прислушаться. И свежий воздух. О, коконат. Oh, дяденька, который их срезает, он иногда приносит, продает. Можно будет купить, это если хорошо, что у них. Просто если не дай Боже там оказаться, то это мокша. Тоже хорошо, мокша, да? Ох, как вам сказать? Как вам сказать? Документы пересылаются. Ну, в принципе, это такое дело. Как в песне-то, если как смерть, то мгновенно, если рана небольшой. Потому что на этой планете смертность 100%, поэтому лучше просто очень быстро уходить. Если вы уходите из дому, то прощайтесь, как вроде бы навсегда. И каждый раз навек прощаетесь, когда уходите на миг. Ну, что-то мы вообще не в ту степь. Ой, давайте не о грустном. Давайте танцевать. А давайте опять танцевать. Ой, не очень вообще тосковать. Не, классно. Мне очень понравилось, очень. Полы такие новые, неободранные, стены чистые. Не заиложенные. Да, и главное, что вот это вот ничего не цветет по сравнению с тем, что у нас там было у Амы уже столько... Теперь может, каждое да. утро можете там, каждое утро, вечер, сансет, танцевать. Кофе. Кофе. Я тоже наркоман. А чайничек-то у вас с собой есть? А чайник, кипятильничек есть, кружечка индийская. Ну, главное, что все есть, да. По минимуму. Да, да. Ой, москита. На Новый год, спасибо большое. Шампанское. From Ukraine. Спасибо большое, это вообще.
в Дели, во Вриндаван. Ну не лень вам было, Оксана? Это план. Это план, божественный план. This is plan of God, she tell. Чек. Чек, please. Это сын. Слушайте, ну спасибо. Мама cook for you this cheese naan. Cheese naan and also I like spaghetti. Давай, спасибо большое. Ну надо же, слушайте. Всего вам самого хорошего. Я сейчас конфеты еще дам. Also candy, she tell. Heavy. Oh. All the way she carry. No. Oh, mama. Jack Conant home, don't worry. And also curd and milk buy for our cats. Вы потом еще эти брызгалки от комаров купите тоже себе. Москита камин. Здесь же травка. Место-то хорошее, но без сеточки. Может быть, потом попросите его сделать сеточку. Тут чиа, семена, потом специи, шоколадки украинские. Вот это да. А знаете это что? Вы же печете? Печем. А как вы думаете, что это? Мука, что ли? Мак. Да ладно, столько мака? Да. А можно как-то еще что-то придумать? Столько мне не спечь. Чего? Ну, а мы его будем есть. Его... Мы нет, его будем есть. Вы же его это парите, теперь... распариваете. Так, научите, да. Ну, я, в принципе, научусь. Москита, москита. Давайте, close your door. Ой, ну вообще, Оксана, ну не лень же вам же было это тащить. А вы знаете, как мне легче? Да, уж представляю. Половина вашего чемодана были вот эти вот сюрпризы. Это же вообще... Нет, два чемодана. Два чемодана. Я не умею ни в Индию, ни с Индии ездить с одним рюкзаком. Не аскетичненько. Я не умею, как томатоджи, который стайл. А это у нас Нелли стайл, Нелли стайл. Саши говорит, если бы мы знали про эти комнаты, мы бы их арендовали обе, и у нас бы еще была бы большая веранда. Но у нас все равно сейчас самое лучшее, что Бог нам хотел послать. Просто у Аммы уже было очень все поросшее плесенью. Indian style, Indian. Давай из моего магазина Indian style. Хорошо. А вы уже были в Арамболе или в Гоа? Нет. Первый раз, да? Да. Хорошо. У меня боевое крещение. Вот тут вот ваша дорога, если что, вот туда на пляж. Солнце какое сегодня огромное, красное. Красота-то какая. Ну, все, он везет. Да. А вы заметили? Да, и вот перышко вам. Вот. А он еще. А вон еще. Ошибка вышла. А ничего, ну похоже. Это виски. Это виски. Тоже хорошо. Тоже весело. Тоже нормально. А вон сколько перышков. Вон сколько перышков. Привет. Он белые ноги видит и говорит, да, привет. Да меня они тут каждый день видят, все равно привет говорят. Катюша из Беларуси приедет из Минска или нет? Девчонки возвращаются. Шопятся, шопятся. Даша. Косички? Да. Такие все улыбчивые, такие все приветливые. Ну, это все товары из Мейн-базар. Шампанское? Нет, это... А-а-а. Шампанское. А я смотрю на его... Шампанское Артемьевское. Да, вот я и думаю, где же вы на Мейн-базаре нашли Артемьевское? Это восток Украины. Ага. Вкусное шампанское у вас. Какое? Новый год как начнете, как... так его и проведете. Как правильно надо отмечать, не пивом каким-то. Не, ну пиво это уже все, это ханжество. Шампанское. Мещанство, мещанство. Это бульки в нос, пузырики в нос. Мандарины, елочку. Ну все эти атрибуты, это хорошо, конечно, но главное душевный настрой. Конечно. Если человек не настроен на хороший, на позитив, то ему
хоть миллиарды. Барабан. Хоть папа Мукеш Амбани, человеку будет плохо. Это точно. Не обошел. Да? Обошел. У вас, вы не страдаете, нет, да? Нет. Топографическим кретинизмом? Нет, у меня как бы, как у водителя, память хорошая. Отлично. О! Тогда вот запоминайте путь нам домой. А вы знаете, это совсем другая вселенная. Вообще Гоа. Вот здесь очень хорошее кофе. А, здесь хороший кофе, я знаю, и здесь интернет хороший. Тут кофеварки, вы приносили сюда свои. Я про вас все знаю, да, скажи? Я вас очень хорошо знаю. Называю. Я вас запомнила. Как белые люди по асфальту. Да-да-да. Здесь земля красная, мне так нравится. Я не знаю, чего. Железо? Почему мне так нравится? А, не знаю, почему нравится. Я как раз, как всегда, приезжаю в Мумбай. I come in Mumbai airport. Four times before. Okay. Now only first time I come in Delhi. Yes. And every time in Mumbai. Yeah. I feeling, I not this... down people. Uh-huh. I feeling I queen. Uh-huh. Really. Yeah, yeah, yeah. Right. Because all people smile for me. Yeah. And madam, please. Madam. Она говорит, каждый раз, прилетая в Мумбай, она чувствует себя королевой, yeah, потому что все улыбаются, все говорят мадам. So much. Yes, yes, yes. And good feeling. Yeah, sure. That's important. Я придерживаюсь той теории, ну, опять же, реинкарнации, и что самые яркие жизни остаются в нашей душе настолько, что мы вспоминаем даже в новой жизни любовь к тем каким-то странам или людям, да, и я об этом. Вот с которыми мы встречались. Да, первый раз я приехала в Мумбай, ощущение было, когда я выходила из самолета, именно еще по рукаву, вот это вот запах, я плакала. Честно, у меня было ощущение, я вернулась домой. Угу. Это вообще не передать. Вот уже сейчас вот в Дели прилетела, как бы обычно. Ага. А вот первые два раза у меня просто вообще, у меня был такой нервный тик. Я плачу, иду, но и счастливая. Люди на меня смотрят, а я счастливая и рыдаю. Прихожу на паспорт-контроль, а он говорит, что случилось? А я говорю, я домой вернулась. Он смотрит на меня, на паспорт, говорит, ты индианка? Говорю, нет, я из Украины. Говорит, ну так ты ж гость. А я говорю, то вам так кажется. А мне, говорю, ощущение, я домой приехала. Я просто поменяла одежду, вы меня не узнали. А мы сейчас вас представим нашей королеве. Моя прелесть. Моя прелесть. А вон это Кай Герда и Снежная королева. Привет. Как я устала работать, я так зеваю. Они даже уже не боятся. Помните, мы уже в первых видео, как он прятался вот там, визжал, плакал. А когда вы их трогали первые разы, а оно аж приседало. Ну, пока оно тоже боится меня, она, Герда. О, у вас Герда. Вообще лакшери рум. Заходите. Welcome, welcome. Royal life, I believe this. Они уже совсем не боятся. У вас и Wi-Fi. Да, у нас и Wi-Fi. А ваш Wi-Fi сколько стоило провести сюда? 8. Девочка на дольше тут, она на полгода 10 ей стоило. А что говорит, вот приди ко мне в гости. Вот пришла я однажды. Сейчас, секундочку. Придется им отдать молоко, потому что они уже ели... Вискас, но они все равно требуют, они же ждут, они знают, что кёрт должен быть на ужин, но кёрта нету, осталось немножко молока. Ну давай, давай, тинейджер, иди вон. Есть же. Cosmopolitan.
Давайте, ребята, пройдем по пляжу, посмотрим закат. Просто пройдем. We go to beach and go to falafel place. И кёрт любят, и молоко любят. И вискас могут оставить, стоять и орать в три горла, что непорядок, что надо молока, надо кёрда. Для улучшения пищеварения. Да, да. Я в этот раз, только приехав в Индию, попробовала папайю. So much best taste. Ага. А раньше приезжала, когда в Бангалор, купила в супермаркете, а она такая горькая и, ну, не спелая. Слушай, а мы уходили тебя встречать и встретили нашего хозяина с женой и с дочкой. А сейчас смотрю на папайи капли. Политые. И, да, и полы и вот мокрые. Вот, и там вода. Мор-вотер. Он приходил, поливал. Я думаю, но он сказал, water, water. Мы говорим, мы water включаем. Туласи, туласи, бери несколько листиков, а жуй. Я вижу. Он разрешает. Ну, сначала их надо... А это бильба. Бильба. Да. Ой, вот это вот очень красиво. Это дома у нас растет. Ну как растет? Ага. Оно не растет, оно чахнет. А здесь шикарно буяет. Буяет? Да. Ну вот. Красками и силами жизни. А мне пишут про полите, тут все. Ну как это, если все буяет? Как это полите? Как про полите? Ребята, вы что? Тем более это не мое. Он тут каждую травинку лелеет. А надо понимать, это каждая травинка, это джива, это душа. Да. Она пришла сюда, и так надо. Угощайся. Да, манджари. А я, да, это манджари, это называется вот эти вот цветы. Он мне разрешает, я его сразу спросила, я могу листики срывать? Он, да, ой. В чай, в воду. Да, 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 в бутылку с водой, точно. Я в стакан с водой кладу. Вот если у тебя с собой есть вода, есть. Накидай туда я несколько. Я инду вумен. I have also, every time. Вот, у нас так это делает сестра Шаши. Она и научила. А вообще можно чай заваривать с этим. Окей. Пошли. Пошли. Это чистая преданная Кришне. Да. Да, принцесса. Она сказала, я буду приходить во все миры, куда будешь являться ты, и буду вечно у твоих ног. А почему в дом ее не ставят, кустик Туласи, всегда снаружи дома? Потому что она считается Туласи Дас. Туласи Даси, то есть Туласи слуга. Она настолько уменьшила себя для того, чтобы быть все время у ног Кришны. Это как самый преданный, самый лучший слуга. А слуга не может быть возле хозяина слишком близко. А дом – это всегда дом Кришны. И она все время на улице, в аутсайде. Она как слуга, она ждет указаний господина. Это так трогательно, знаешь, вот я все время смотрю, они делают какие-то пуджи у Туласи, да. Они так за ними ухаживают. Надо обходить женщинам, читать определенную мантру. Она благословляет, она настолько милостива, она благословляет деток. Детки приходят в семьи. Потом на преданность, вообще до беспамятства преданность Кришне. Это, знаете, как в советское время было? Поехать на море, когда брали родители отпуск, ездили с семьей на море. Uh-huh. Это, по сути, вот то же самое, ну, только не на то море, не в пределах Советского Союза. И не те родители. А почему? Отец. Откуда вы знаете? Нет, ну тебя же сейчас пригласил Кришна сюда. Да, да. Так я и говорю, не те родители привезли уже. Ты сама себя по зову Кришны. Ну, те родители были как бы своего рода. Ой, вот. А солнце-то село. Еще 15 минут назад было такое оранжевое, когда мы шли от вас. Большой диск. Вообще, да, видели, да, видели, да, какой да, диск да, был? И это... Ну скажи же, красота неземная, моя белая бусы. Это не просто неземная, это неземнище, красотища. Красотища неземнище. Здорово. Вообще, я как увидела, думаю...
Вот и зря, что они только 150 рублей. If you want, хотим посидеть немножко, передохнем. Да, да. Да, давайте посидим. Лучше. Это наше любимое место. Это наша Розочка. Узнаешь Розочку? Да. Привет, Розочка. Отлично. Хорошо, хорошо. Мама, папа. Да? Пойду. Давай, двигай чуть-чуть. Ага. What do you want? Чай? You like чай? Джинджер чай. Possible? With ginger or only black tea? Black tea with ginger. Only. Ginger. No sugar, please. No sugar. Thank you. Сода, сольти, сода, лемон. Сода, А хотите кукурузу? Папа, order for her corn, please. I tell. No, no, I will order. Садись. Spicy with lemon. Spicy with lemon. Spicy, salt, lemon. Ты покупала серьезки, как красиво. In Dubai. In Dubai? Вау, супер. Конечно. Ты смотришься, как индустрия. Да. I from Punjab. From Punjab? Yes. Как вы видите? From Ukraine. She from last life maybe. Past life. Past life, Punjab. Punjab, probably. So much more people from India. Tell me before, you Hindu. Hindu, you look like Indian. Да, I да. I talking not Indian. Yeah. I from Ukraine. Not believe you. You Hindu. Ну вот в Кашмире вот как раз такие светлые женщины. Нет, спасибо, я золото люблю. I like it, for me like it only gold. Я не взяла приближающую камеру, поэтому сегодня не будет крупных съемок. Вот. Я люблю золото. В крайнем случае это платина. В крайнем случае, да, на худой конец. Да. Why not? We made for you platinum. Don't worry, you order me. Я в Бангалоре видела чашки с платиной. Не видела это видео? Такие нежные. Всего 10 тысяч, 4 чашечки. Так надо было купить. 10 тысяч долларов? Ну нет, рупии, 4 чашки, сверху такая платина, сами они синего такого кобальтового цвета. Ой, были, красиво. Это вообще так что-то. Так надо было купить. Ну я же растерявшаяся, и это хочу, и то хочу, и это хочу. А я бы это хотела, а потом это захотела и купила. А вон смотри, рыбку ловят, вытаскивают вручную сети, хочешь посмотри? Боже, это очень трудно. Ну это сложно, тяжело. Да, если особенно если вегетарианец и жалко рыбок. Я имею в виду им. Физически тяжело. А рыбы я видела видео, то, которое там очень много рыбы было. Я не пойму, что это было. Они достают сети, привозят на лодках, ну, 5 килограмм, ну, 6. А это тонна была. Я не знаю, что это случилось и откуда эта рыба взялась. Я такого никогда не видела. Ну, просто косяком ходит рыба, и, может, им повезло просто, они вытянули. Ну. Нет, я думаю, знаешь, вот мне писали зрители, что, возможно, что из большого-большого корабля сеть оторвала и, может быть, им вынесла, да, трал. Как здесь классно. Угу. Чего я столько раз была вот все время в больших городах. Ну, купила золото, ну, едь дальше куда-то. Да. Вот, друзья, вам совет от человека, который пожалел, что за 5 приездов не приехал на море. Ни разу. Вот пока что. Ну, ты же говорила, в Мумбаи была, так там же море. Ну, да, но все равно, там как-то по-другому. Угу. Ой. Ну вот маленькие enjoy. Лампочки с AliExpress. Вот эти маленькие. I asked them how long this lamp will work. One young boy told me 5 or 6 days. So I said Саша. Better come after Christmas we buy one for New Year. Саша спросил, сколько будут лампочки работать. Один молодой мальчик сказал, что 5 или 6 дней. А потом можно новые гирлянды купить и запихать туда. No. Thank you. We have no choice. We have to Thank live you. With it. But it, да, we live when we live shanti. For us, no kaljuga. We live honest. We live loving people. Да. For no. Вкрапление but... золотой сатья юги. Все равно. Есть. Есть небольшие вкрапления. Хотя сейчас и кали юга. Ну давайте за встречу. Утрен, you have a dead sea, right?
in Ukraine? Black Sea. Черное море. Black Sea. Yeah, yeah. And in Israel they have Dead Sea, Mama. Да, в Израиле мертвое море. Азовское море. Кто это там пришел? Кто это к нам пришел? Загадывайте желание. Так я ее кушаю уже четвертый раз или пятый. Не, ну здесь. Да, сегодня, да. Ой. Здесь еще есть фалафель. Но наша любимая лавочка здесь, фалафельная. Угу. Любишь фалафель? Да. Ну, тогда идем ужинать. Я в Дубае. Мы Дубай, уже с Оксаной на «ты» решили перейти. Конечно. Вот буквально полминуты назад. Да. Но я сама как бы обычно не перехожу, пока человек сам не предложит. Потому что, а вдруг кто-то вот, ну, не любит, чтобы его на «ты» называли, а я буду тыкать. Ну и славненько. Как девочки на пляже говорят, как дела, подружка, красота неземная, да? Все, теперь мы подружки красоты неземной. Приезжайте все на Гуа. Боже, здесь всякого такого классного тьма. А самое главное море? Песок. Воздух. Воздух, люди, улыбки, свобода. Это так, чарджер. Приезжаешь, да. Подзаряжаешься, эмоции, напитываешься добром. Love and peace. Ну, все, кто был, они как бы это знают. Мне даже в личку часто пишут, что вот уже батарейки садятся. Mm-hmm. Вот этот 2 года перерыва просто подкосили. Да, сильно ударило по людям, эмоционально, угу. Морально, материально тоже. Конечно. Многим оборвалось. Да. И здесь, и там. Ашока, да? Ашока. Ну, не знаю, там он или не там, но лавочка его. Ну, пошли, поздороваемся. Ачахэ? Савтике? Здрасте. Она много видела видео с ним и с Катей. Кэтрин. Она говорит, приедет. You better know. She come. Maybe. Because she in Belarus, I don't know, different rules between Russia. India open, да? Может быть, мы надеемся, что она приедет. Но поскольку туристическую визу дают всего на 30 дней, то это мало. Смотрите, как много всего. Это в обед надо кушать. Ну да. А то сейчас надо. She tell me we have to eat this for lunch because for dinner it's too many. For night. Not too much. Not too much. А ты начни. Only it's salad. Only start. It's a very salad. Only start. This is made by dal. Not so heavy. Это да, это из дала. Ну давай. Ну, а я рада, что он тут чай попьет, и мне потом не надо делать чай. Ну, любит чай. Все индийцы любят чай. Только 10 рупий. Супермаркет, пошли. Тебе от москитов надо, а мне надо кошачьим моим хозяевам. Детям, хозяевам. Они мне хозяева. Если у тебя кот, то неизвестно, кто у кого живет. Вот именно. Служанка пришла. Сейчас. А куда он все забирает? Нам надо одно молоко. Есть молоко. А вот кёрт есть. Да, кёрт. Винит кёртулся. Я не вижу фумигаторов. А дальше еще посмотри, пожалуйста. Да.
Нету? Тут нет. Склад? Одни крупы. Тут видно подсобка. Я покупала в другой лавке. Да. От москитов, да. Сейчас еще глянем здесь. Ага. Джемчики, да. Угу. Пластиковые трубочки. Бери, не хочу. Майонез. Переходник. Переходник. Вот запоминай. А как же его включить? Мне надо будет телефон включить. Это сюда. Да. Если что, вот смотри, кофе лаваза. Есть. Угу. Так что здесь нет недостатка в кофе. Это что-то? Не знаю. Торби. Дарк. Кофе вроде бы. Вакуумная упаковка. Да, кофе. Да ладно. Да, скорее всего, зерно. Ну, зернышко же. 145. 145 рупий. Что может стоить? 145. Там три каких-то разделенных. А, это на сургуче как бы, да? Не знаю, нет. 145 не может. Sugar. Hydrogen. Vegetarian fat. Это что-то типа шоколада. Ну, может... Это vegetarian fat. Я поняла. Хорошо, ладно. Я такого не кушаю. Так, ну пошли тогда, сейчас в другой зайдем. Эту тему я беру. Это можно туда овощи, а потом грибы, там все дело с микс. Семена. А, ну это и. Ну всякие, вот видишь, какие всякие штучки. Алфа. Хелси, да. Ред райс. Красный рис. Ну, пошли. Я так поняла, что здесь мы... Так, замки. Да. Запоминаем. Сключение. Просто, где что есть. Сезам. Сезам, да. Угу. Как по-русски-то? Кунжут. Кунжут, да. Ага. Угу. Добор. This one so much nice. Ой, а мы здесь видели, по-моему, сушеный абрикос. Ну, курага. Да, нам нужна курага. Априкот. Нужно или хочется? Нет, Даша будет готовить плов, и она сказала, что априкот нужен. А еще классно, и рис было. Ой, ну это уж совсем уж. Да, они что, вот это вот полная коробка, что только бутылочка по цене чуть-чуть там рупий 10. Разница. А, 89 рупий. Да. А это вот смотри. 8 штучек. Воняет, да. И можно зажигать. Ну это да, это не дома, а вот и на балконе, например. Вонять. Ну у нас дома хорошо. У нас сейчас уже все. Никого нет, но есть такие. Вот они спиральки. Едят вот это вот жидкое такое. Мягкая еда. Они едят, но перебьются. Тут тоже корм есть. Только тут я вижу педигри. Они нас только и гоняют. Браун бред, да? Да. Гуа бред. Ну, смотри, прямо настоящий коричневый. Мы теперь уже булки. Мы привыкли уже булки есть. Как того мужчину зовут? Раджу. Раджу, может, да. А, это дейт все-таки. А здесь наш художник. Анвар. Hello. New picture? А, this also Salvador Dali. А здесь что ты рисуешь? Very nice, да. Мы получили новую картину.
Thank you very much. I like your picture very much. And first and second pose, like. Thank you. Я просто не помню, сколько стоит ваш портрет ваш. Три тысячи. Большой такой, большой. Заблокировал дорогу вот тот белый джип. Вот так стал поперек. Мы говорим, езжай, ты же заблокировал дорогу. Он говорит, no problem. И стоит такой по телефону, разговаривает. Может быть, он не знает, повернуть или дальше ехать. А, советуется. Ну и действительно, no problem. Все, давай, я с тобой прощаюсь. Он тебя отведет домой, а я пошла к бэби. Правильно. Да, I have. Пуку-пуку, бузи-бузи. Это классно. Милота-милота. Это не просто классно, это шикарно. Все, запоминай путь. Да. Он тебя отведет и воды тебе купит. Хорошо. Давай. Спасибо, доброй ночи. Давай, тебе спасибо за все. Пока-пока. Все, дорогие друзья. Счастья вам, здоровья, добра, процветания, всего самого наилучшего.